каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. После трагедии в Кемерово Генпрокуратура поручила Министерству по чрезвычайным ситуациям России и надзорным ведомствам провести до середины апреля проверки торгово-развлекательных центров по всей стране. Так, сегодня Главное управление МЧС Республики совместно с прокуратурой проверили новый торговый центр по улице Тувинских добровольцев. Совместно с сотрудниками МЧС проводятся проверки соблюдения правил пожарной безопасности во всех торгово-развлекательных центрах, досуговых детских организациях, объектах культуры, спорта и во всех местах с массовым пребыванием людей, расположенных на территории городского округа. В случае выявления нарушений будут приняты меры административного характера. Также будут внесены представления руководителям для устранения нарушений. Дается месячный срок для этого. В случае неустранения нарушений будут приняты меры судебного характера. Проверяющие в первую очередь обращают особое внимание на функционирование систем сигнализации, эвакуационные пути и наличие средств пожаротушения. В первую очередь должен быть документован пожарными рукавами, да, стволом, постоянно должен быть присоединен к внутреннему противопожарному водопроводу и на месте должен быть барашек. И то есть сейчас он находится здесь, да, на видном месте, но показана неправильно точка местонахождения. То есть ее надо будет перенести к лестничной клетке. В ходе проверки в торговом центре срабатывает учебная пожарная сигнализация. В это время на четвертом этаже здания, где находится детский игровой зал, у сотрудников на сбор всех детей уходит около 5 минут. Отметим, что проверка проводилась в будний день и в утреннее время. Детей сегодня всего 5 человек, не говоря уж о выходных и праздничных днях, когда малышей в разы больше. По словам специалистов, подобные мероприятия нужны для оценки уровня подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные ЧС, пожары и иные внештатные аварийные ситуации. Кроме того, проверки также дают возможность оценить работу экстренных служб города на деле. Штаб на приеме. Проверка 10 минут прошло. Поздно защиту. Оставили этот третий этаж, ничего не обнаружили. Понял. Отметим, что межведомственные комиссии посетят торговые комплексы, имеющие развлекательные центры, образовательные учреждения, социально значимые объекты с круглосуточным пребыванием людей, культуры и спорта. Всего в нашей республике планируется проверить более 200 объектов. Итоговую оценку внеплановым проверкам по пожарной безопасности дадут в органах прокуратуры Тувы. В Кызыле продолжается ликвидация последствий подтопления жилых домов в восточной части города у подножия горы Хербис. Все больше человек возвращается в свои дома. В пункте временного размещения, базирующемся в школе номер 12 города Кызыла, прошедшую ночь провели 28 человек, из них 6 детей. По информации Департамента городского хозяйства мэрии Кызыла, у горы Хербис укреплена дамба, установлены дренажи, на данный момент идет откачка воды на улице Буренская. Работы ведутся при помощи спецтехники МУ-благоустройства. Чрезвычайная ситуация стабилизируется. Тем временем, по оперативной информации, в Кызылском районе всего подтопленными остаются 88 домов. Из них подтопленными полностью 58, частично 30 домов. Уровень воды снизился на улицах Аныяк, Интернациональная, Кедровая и Аржан. Количество лиц, проживающих в подтопленных домах, уточняется. По состоянию на 8 часов утра в пункте временного размещения школы номер 2 поселка Кахем зарегистрировано всего 440 человек, из них 184 ребенка. В ночь на 29 марта ночевали 28 человек, из них 7 детей. В администрации поселка Кахем в круглосуточном режиме принимаются заявки с населения по откачке воды с территории участков по телефону 9-15-55. Кроме того, Союз женщин Тувы открыл пункт приема продуктов питания, одежды, предметов первой необходимости для благотворительных целей в помощь жителям, пострадавшим от наводнения. Желающим оказать помощь следует обращаться по телефону 20522 и по адресу Кочетова, 29, кабинет 114. Первыми на призыв отозвался коллектив республиканского наркодиспансера.
Накануне в специальной библиотеке для незрячих Тувы состоялась торжественная презентация новых аудиокниг серии «Люди Центра Азии» на электронных носителях, на CD-дисках и флеш-картах. Региональный союз журналистов начал работу по записи аудиокниг с октября прошлого года. Буквально за несколько месяцев была сделана огромная работа по озвучиванию 5-го и 6-го томов книг судеб «Люди Центра Азии». Совместный проект двух общественных организаций Союза журналистов Тувы, Общества слепых и библиотеки, замечательной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Материалы книг «Люди Центра Азии» 5-го и 6-го тома, который выйдет в этом году, были озвучены для тех, кто не сможет их прочитать. Вот они, диски, специальные флешки. Это ваш труд, членов Союза журналистов Тувы, которые безвозмездно трудились над этими материалами. Пока озвучено и готово только 27 материалов. До этого времени озвучка книг для незрячих и слабовидящих в таком формате осуществлялась самими работниками спецбиблиотеки и желающими. Так, совместный проект Союза журналистов Тувы и библиотеки стал окном в новый мир для тех, кто не может самостоятельно прочесть книги. Это для нас очень важна и интересная работа для сотрудников библиотеки. Ну и, конечно, для наших читателей очень важно донести ту информацию в печатном виде, который у нас существует. Да, везде книги печатаются, печатаются журналы, допустим, электронные журналы. Но для того, чтобы читать незрячему человеку, нужно донести эту информацию именно в адаптированной форме, чтобы была более такая интересная информация для них, чтобы можно было бы прослушать. Проект на этом не завершается. В планах регионального союза журналистов озвучить и несколько, а по возможности все книги и серии «Люди Центра Азии». 28 марта государственными инспекторами регионального центра ГИМС проверены все 5 ледовых переправ, стоящих на учете на территории Тувы. На 3 ледовых переправах – Тоджинской, Илихемской и Карахакской – грузоподъемность составляет 5 тонн. Толщина льда на ледовых переправах Бельбейской и Усть-Буренской в Кахемском районе составляет 50-70 сантиметров с грузоподъемностью 10 тонн. Эксплуатация всех ледовых переправ разрешена до 30 марта текущего года, однако сроки закрытия ледовых переправ могут корректироваться в зависимости от температуры и погодных условий. В животноводческих хозяйствах Тувы набирает темпы начавшаяся в феврале расплодная кампания, сообщается на официальном сайте правительства Тувы. Минсельхоз Республики представил главе республики ее промежуточные итоги. По данным ведомства, на начало последней декады марта из 507,5 тысяч суягных овцематок около 100 тысяч уже принесли потомство. Набирает темпы и массовый окот в козоводческих хозяйствах. Без серьезных проблем идет также отел коров. Под особым контролем министерства находятся хозяйства участников губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи». Учитывая опыт первой волны участников проекта, специалисты Минсельхоза не исключают потерь в хозяйствах новобранцев, но намного меньше, чем в первый год. Тем не менее, глава Тувы поручил министерству совместно с районными управлениями сельского хозяйства организовать на период массового окота и отюла усиленную опеку над молодыми чабанами, по возможности обеспечить помощниками из числа волонтеров. В настоящее время чабаны республики готовятся к пику массового окота, который приходится на апрель и начало мая. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 56 копеек, евро 71 рубль 33 копейки. Пора менять моторное масло? Заезжай к нам! Огромный выбор автомасел для всех видов транспорта. От синтетических до минеральных. Возможность покупки масел на разлив. Наличный и безналичный расчет. Пушкина 67. 8 983 515 302. Хочешь мощные банки или стройную фигуру? Переходи на спортивное питание. Все для фитоняшек и спортсменов. Тува Спортпит. Спорткомплекс имени Ивана Ярыгина. Фитнес-джим, второй этаж. Торговый дом «Азаз», павильон номер 20. В КЗ
Гюзели возбуждено уголовное дело в отношении продавца, нарушавшего алкогольное законодательство. В ходе административного расследования сотрудниками МВД Тувы выявлены неоднократные факты незаконной розничной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции продавцу магазина, расположенного по улице Московской города Кызыла. Установлено, что 37-летний продавец неоднократно осуществляла продажу алкогольной продукции, не имея на то соответствующей лицензии. Женщина была привлечена к административной ответственности в виде штрафа, однако продолжала незаконно реализовывать алкогольную продукцию. В отношении указанной женщины дознавателем возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 до 80 тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до 1 года. На территории Тувы ожидается вторая волна подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом А, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В целях минимализации неблагоприятных последствий респираторных заболеваний председателям администрации районов и городов, руководителям министерств, ведомств, организаций и учреждений, независимо от форм собственности, торговых, культурно-спортивных объектов, предложено продолжить противоэпидемические меры и соблюдение масочного режима. Руководителям образовательных и дошкольных учреждений на всей территории республики рекомендуется продолжить ежедневный мониторинг посещаемости в разрезе каждой группы и обеспечить приостановление работы отдельных групп в детских садах, средних и высших учебных заведениях. При отсутствии по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ более 20% человек. По данным еженедельного мониторинга Управления Роспотребнадзора по Туве, за прошедшую неделю в республике зарегистрировано 1880 случаев ОРВИ. В Туве зафиксирован случай присасывания клеща. По оперативным данным, 27 марта в селе Мугур-Аксым Ингунтыгинского района зарегистрирован первый случай присасывания клеща к телу 11-летнего ребенка. Ведомство напоминает, что самым эффективным методом защиты от клещевого вирусного энцефалита является иммунизация. К настоящему времени для иммунизации детского населения в республику поступило около 22 тысяч доз вакцины. На 26 марта иммунизировано 1187 человек, из них 1058 – дети. Всего в этом году должно быть привито 23 721 человек. В прошлом году от укусов клещей пострадало около 2000 человек. Случаи укусов зарегистрированы во всех районах республики. Наибольшее количество зафиксировано в городе Кызыле, Улухемском, Тандынском, Дзунхемческом, Барунхемческом, Кызылском, Кахемском и Пейхемском районах. В Туве с 21 марта по 11 апреля около 600 участников сдадут ЕГЭ этого года досрочно. Все экзамены досрочного периода пройдут только в одном пункте проведения экзамена – на базе школы номер 4 города Кызыла. В целях обеспечения объективности проведения государственной итоговой аттестации привлечены более 40 независимых общественных наблюдателей из числа студентов Тувинского госуниверситета и более 20 общественных онлайн-наблюдателей из числа сотрудников Министерства образования республики. В этом году самыми популярными предметами у участников досрочного периода стали обществознание, русский язык, математика, история, химия, биология и физика. Министерством образования и науки Тувы в поддержку регионального межведомственного проекта «Пути к долголетию» издан приказ об организации рыбного дня в питании обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях Республики Тыва. Во всех образовательных организациях республики каждый четверг недели объявлен рыбным днем. Ответственными за организацию питания обучающихся и студентов и за соблюдение соответствия здорового и полноценного питания назначены фельдшеры учреждений и заведующие столовыми. Тридцатого марта в Кызылском колледже искусств за звание лучших будут бороться исполнители на духовых и ударных инструментах в номинациях «Сольное исполнение» и «Ансамбли» в рамках конкурса «Радуга искусств». Он стал успешным проектом, потому как ежегодно для участия в этом конкурсе приезжают талантливые школьники практически со всех уголков республики. По его итогам присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи республики в рамках реализации приоритетного национального проекта образования.
ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой мокрый снег, дождь, днем без осадков. В Кызыле переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью -1, +1, днем +13, +15.